Всем привет! Друзья, сегодня я запилю вам небольшой видеообзор на подобранный мною автомобиль для своего клиента. Наверное, сейчас найдутся самые внимательные, которые скажут: блин, а что за колеса стоят на Гранд Сценике 4? Это же не оригинал 20-го диаметра. Да, ребят, сейчас мы приобрели данный автомобиль, и так как у нас сегодня тоже опять зима, конечно, но уже было плюс 11, все растаяло. У нас было все чисто. Машина, кстати, пришла на отличной летней резине, но, к сожалению, для условий Мурманска в конце марта данная резина не подходит, как нежели у нас, да, то есть у нас уже голый асфальт. Итак, пришлось прикупить, как вы видите, вот такие вот колесики, литые диски на 17 диаметра. Сейчас заехали, еще купили новую зимнюю шиповную резину. Размерность, кто, если кому-то будет интересно, 225 на 60 R17. Диски двухцветные, такие вот звезды, и выглядят на фоне двухцветного кузова прям супер красиво, современно. Я не знаю, что они с завода не могли, допустим, ставить подобное. Зачем 20-е вот эти колеса на 195-55 узкие ставить? Но не суть. Сейчас я быстренько вам покажу автомобиль, который, повторюсь, мною подобран для клиента из Мурманска. Итак, искали только 7-местную версию Гранд Сценика, так как, наверное, знаете, много и 5-местных. Значит, нам требовался автомобиль на 1.5 К9К моторе на 110 лошадей и с механической коробкой передач. Ну, естественно, передний привод. Итак, результат подбора вы видите, наблюдаете. Машина подобрана чуть больше месяца, вышла по времени на подбор данного экземпляра, так как в основном основная масса почему-то на сегодняшний день составляет 5-местных версий, поэтому здесь немного затянулось везде с этим моментом. Машина, значит, 132 тысячи оригинального пробега, полностью дилерское обслуживание, все пробивается по истории обслуживания в Европе на дилере Renault. Машина без окрасов, полностью в заводском окрасе. Значит, все стекла, фары, ремни безопасности, те вещи, которые имеют маркировку, крылья передние, да, то есть они соответствуют году выпуска. Итак, 1 780 000, 2018 год, значит, 132 тысячи оригинального пробега. Быстро покажу вам по комплектации. Итак, у нас парктроники 360 в круг, видят даже боковые препятствия. У нас LED Pure Vision фары, вот дальний, ближний. Ну, сегодня, ребят, такая погода, блин, пипец. Вот эта маркировка. Сейчас ездили пока наш на монтаж, поэтому немного запачкался. У нас двухцветный кузов, это тоже опция, видите, черный верх и серый низ. Значит, есть бесключевой доступ, вот он имеется. У нас есть датчики слепых зон, очень актуально работают в городе. Есть камера заднего вида. Вот она. Здесь, ребят, у нас комплект летних шин на литых дисках. Ну, это оригинал. Резина вот такая вот. Ну, и диски интенсовские, вот такие двухцветные, красивые. Вот, чтобы вы видели, пульт для складывания второго и третьего ряда. Это означает, что у нас 7 мест. Здесь вот. Так, сейчас быстро покажу вам салон. И на этом будем заканчивать. Но согласитесь, да? Мы сейчас ехали, да, ну, вот, оформляемся, и, поверьте, намного-намного мягче он стал идти по разбитому асфальту. Вот, такие вот вещи хотелось бы вам донести, что, ну, если купили, вас не устраивают 20-е колеса, можете всегда купить 17-е или 18-е. Итак, складывание зеркал, регулировка, 4 подъемника, комбинированный салон. Сейчас, ребят, поменяю камеру. Вот такой вот салончик у нас. На спидометре 132 тысячи, это оригинал. Большой планшет, куда выводится камера заднего вида. Значит, раздельный климат, 6-ступочка. Ну, в принципе, такого, знаете, ничего необычного. Хорошая комплектация, Intense. На сегодня 1 780 000, это уже не такие уж большие деньги за подобный автомобиль в связи с высоким, значит, курсом евро. Итак, заводская тонировка, есть солнцезащитные сетки,
есть подсветки фоновые у автомобиля. Ну и вот такой просторный задний ряд сидений. Значит, человеку требовался просторный такой автомобиль для семьи, где трое детей, поэтому он выбрал у нас компакт-вен в виде такого Renault Grand Scenic. Но здесь не буду открывать, здесь проход на третий ряд. Там все равно сейчас завален колесами. Ребят, на этом у меня в принципе все. Там, может, хотите, фотку приложу вам или уже приложил, как он выглядел на 20-х колесах. Но, как вы видите, машинка и замечательно выглядит на 17-х колесах. Ладно, ребят, всем всего хорошего. Кому понадобится помощь в подборе автомобилей, проверки в городе Пскове, звоните, пишите, буду рад помочь. Всем пока!